Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. На уровне внутренней сущности владельцев этого имени является желание выделиться из толпы, вести активную жизнь, творческое и независимое существование. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Это имя выступает числом созидания, как начало всех начал. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Расположенность к лени у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Вместе с тем, они склонны скрывать от окружающих и даже от самих себя свои истинные чувства и страха потерять самоконтроль и уверенность в себе. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.